котят гав. Кот, заткни. Всем привет. Всем привет. День, придурочный. Всем привет. И что? Ну, всем привет. Еще. Всем привет, дорогие друзья. И если вы услышите этот гав, то знайте, это собака, которую я сегодня покажу в этом видео. И как вы догадались уже по названию, я снимаю мои животные во дворе. Что я несу? Блин, не знаю. Всем привет, дорогие друзья. И вы, если вы услышите этот гавк, то знайте. Ко мне пришла Джессика. То знайте, это собака, которую сегодня я покажу в этом видео. Ну а как вы догадались уже по названию, сегодня я снимаю мои животные во дворе. И это тот же день, когда я снимала мои домашние животные. А вот, собственно, и первое животное. Она зимой красивее, если что. Это надо зимой Люсю снимать. В общем, давайте сразу приступим. В общем, тут не будет никаких отрывков. В общем, смотрите. Это кошка Люся, которая мать-одиночка. Блин, Люся. Так, вот Люся. Она перенесла очень много родов, и она мать-героиня на самом деле. Вот, ей уже, я не знаю, сколько ей лет, но, в общем, она очень старая уже, да, Люсенька. Она зимой намного красивее, сейчас она какая-то худая и вообще полинявшая, вот. Ну, в общем, что рассказывать о кошке, давайте приступим к ее котят. Знаете, что я подумала? Я передумала снимать Люсиных котят, потому что они вот там где-то. Я лучше засниму моего нового спаниеля Дэнни. Вот он. У него есть вот. Чё гавкаешь? А вон, кстати, и котенок. Блин, забор мешает. Если вы увидите, то вы, наверное, не увидите. Эй, котик! Я вижу. Твою мордаху. Это Дэнни, блин. Идиот. Вот. Я не знаю, сколько ему лет, но судя по окрасу его, он уже очень старый. Даже старинный, я бы так сказала. Вот. Да, и там, кстати, котята Люсины, но их не видно на видеосъемке, как я раньше говорила в своих старых видео. Не, в принципе, что-то заметно. Короче, если вы заметили хоть какого-то котенка, напишите в комментариях. А мы переходим к следующей собаке, сразу же здесь. Это Боцик. Я Боцика уже показывала в одном из своих видео. Это порода Алабай. Он уже у нас долгое время живет тут. Да, Батян? Он на цепи. Бедный песик. Дэнни, меня... Что он делает? Что ты делаешь? Да, блин, вот. А Дэнни все гавкает. Идиот. И Джесси туда же. Ладно, Бастян, я знаю, что ты меня очень сильно любишь, но к сожалению, мы не можем быть вместе. Мы расстаемся. В общем, какой-то влог у нас получается. Ну, давайте просто побудем на улице. А, вон котята, смотрите. Вон, это мальчик, который сейчас там выглядывает. Вот там еще рядом была девочка. И вон там где-то в кустах, вот там далеко, там тоже еще одна девочка. Короче, Люся что-то родила только... вот, кстати, она идет к своим детям. Да, Люся? Да, она всех любит. Да Дэнни, блин! Ну ладно, а с вами мы прощаемся. Всем пока, до новых встреч. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и писать комментарии этому черному носику. Всем пока-пока!